Всем привет! Я продолжаю серию видеороликов по Photoshop, то есть ретуши, подготовка фото для гравировки на станке. Очевидно, что это важная тема для тех, кто в теме, так сказать. Я не раз в моих видео намекал про то, ну, говорил, что на самом деле не так уж и сложно. Достаточно начать с нескольких инструментов, чтобы видеть какой-то результат. Итак, начнем. Есть у нас фотка. Мужчина, дедушка правой стороны. Нам его нужно подготовить. Подготовить для гравировки. Так, первые действия. Нужно зайти в изображение, поменять режим градации серого. Затем изменить изображение. То есть я использую там для ретуши 150, например. 150 пикселей на дюйм. Ну, по ширине плюс-минус для начала там 80 пусть будет, потому что его нужно обрезать. Окей. Обрежу сейчас то, что не нужно. Приблизительно так. А потом будет видно. Так, для начала. Хотя бы. Пусть так будет. Так, теперь можем подкорректировать. Ну, плюс-минус. Пусть будет даже 40. Потом в конце детальней будет все это дело. Так, что дальше можно сделать здесь? Ну, во-первых, я бы для начала все это дело обрезал, как я всегда это делаю. Так, это очень такой инструмент, мне очень нравится, потому что он хорошо делает плавные линии и очень красиво. Но этот инструмент стоит отдельно изучить, его возможности. Например, я использую левую кнопку мыши, вот, чтобы ставить, да, и Ctrl и Alt применяю. Мы удерживаем, нажимаем Alt и удерживаем. Появляется такая скоба. И мы можем вот такие вещи делать. Да, это я говорю про возможности этого инструмента. Чтобы выровнять назад тоже, нажать Alt и потянуть заодно, и тогда выровняется. То есть не будет поломанной линии. Так, вот допустим даже здесь. Вот угол такой идет почти 90 градусов. Нажимаю Alt. Вот так делаю. И поехал дальше. Вам стоит отдельно потренироваться на этом инструменте и изучить его более глубоко. Очень хороший инструмент. Здесь вы в этом моменте представляете, что руки на самом деле нет. Где-то так линия вот сюда идет. Приблизительно. We'll be right back.
Тут и есть такие моменты, что приходится угадывать, но при этом нужно тому, кто делает ретушь, знать хотя бы немного строения там глаза или другой части лица. Thank you.
Thank you.